Монолитный комплекс бизнес-класса расположен на западном пересечении границ Москвы и Московской области. Квартиры с прекрасными видами и развитая инфраструктура. На бумаге чуть ли не идеальный жилищный комплекс. В жизни долгострой. Надежду на получение квартир, в котором потеряли уже многие. Сейчас сюда пришла компания «Пик». У нас появилась большая надежда у всей области, в том числе и людей, которые вложили сюда деньги, что это будет все-таки достроено. Сейчас ход строительства контролирует Главное управление Государственного строительного надзора Московской области. Его представители убедились, что застройщик проводит мобилизацию подрядчиков. На объектах строительства работают уже более полусотни человек. В нашей зоне ответственности, что нам нужно достроить, это второй корпус, третий корпус ввести в эксплуатацию. Подземную автостоянку под первым корпусом, детский садик, который пристроен к третьему корпусу. И вот здесь планируется новое строительство, проектируется порядка 140 тысяч квадратных метров. Сегодня «Пик» выполняет работы, которые позволяет сезон. В феврале-марте планируют закончить с внутренней отделкой. Окончательное завершение работ с благоустройством ожидается в третьем квартале 2017 года. Сейчас нужно привести в состояние нормальный фасад, закончить, закрыть контур для того, чтобы можно было внутренние коммуникации все прокладывать и исправлять по второму корпусу. По третьему корпусу то же самое работы должны пройти. Новый застройщик взял ответственность за достройку более 150 тысяч квадратных метров. Это большой объем работ, однако репутация компании и внимание региональных властей к ситуации дает надежду на то, что она наконец-то разрешится в лучшую сторону.